Всем привет, вы на канале польза.нет, и сегодня я расскажу вам, как всегда, кратко, быстро и емко о своем новом приобретении. Зубной щетки от дочки компании Xiaomi, бренда Oclean. И для справки, это уже четвертая щетка от бренда Xiaomi в моей семье. Появилась она, к сожалению, от того, что щетка супруги Сока сломалась, отработав полтора года. Смотреть, что с ней, у меня нет ни времени, ни желания. Да и повод, чтобы купить новый гаджет, это всегда хорошо. Кто не подписан на канале, можно выиграть наушники Havit G1, Honor FreeBuds, фитнес-браслеты Mi Band 3 и Honor Band 4 и контроллер Xiaomi, как именно в конце видео, либо в описании к видео. Спойлер, по новой зубной щетке она значительно превзошла мои ожидания. И наконец, 20 фактов о зубной щетке Xiaomi Huami MS Fit Oclean. Первое, продают ее уже больше года, негативных отзывов на нее, и это немаловажно, так и не появилось. Цена на данный момент в районе 2500 рублей. На AliPro продается без проблем. Если понравится, ссылка на ее покупку и крупный кэшбэк в описании к видео. Второе. Sukas и Midge – это щетки разных фирм, но одного концерна, размером значительно больше, и насадки от них для нее не подойдут. Бренд, который производит эту щетку, Huami, а конкретно ее подразделение MS Fit, представили эту зубную щетку, полное название которой MS Fit Oclean Air Smart Sonic Electric Toothbrush. Это самая маленькая и легкая из зубная щетка. Третье. Зарядка от щетки индукционная, и это более чем удобно. Помимо того, что провод для зарядки очень длинный и мега классно выглядит, они еще и вход для зарядки через USB сделали стильным и красивым. Такой вот модный вход. Заряжать можно от чего угодно. И, что довольно забавно, как угодно. Вход сделан так, что можно вставлять любой стороной и не задумываться. По типу Type-C. Четвертое. Много документации на английском и китайском. Притом на английском все, что вам нужно, здесь есть. Скорее всего, именно эту щетку ориентировали для продажи на внешнем рынке. Пятое. Разных расцветок у щетки нет, только белый. Док-станция тоже имеет водозащиту IPX7, а проявить свое гендерное «я» вы можете, купив разного цвета насадки. Шестое. Корпус сделан из ABS пластика. Никаких швов и видимых мест соединений нет. Как мы и привыкли у Xiaomi, на корпус просто сажается насадка. И все. Больше никаких отверстий. Тип мотора у нее магнитный, звуковой, бесщеточный. Седьмое. Единственный элемент управления на корпусе – физическая кнопка. При помощи нее она включается и выключается, и также настраивается. Восьмое. В нижней части, помимо подложки, для зарядки нет ничего. Не путайте данную щетку с ее старшей моделью One, в которой есть динамик. Девятое. Упаковка, как вы успели заметить, просто блеск. Мало того, что штатная коробка из плотного картона точно позволит ей добраться до вас без потери товарного внешнего вида, но и сохранит презентабельный вид внутренней упаковки. Подарочная бумага вам не понадобится. Десятое. Конечно, сама щетка, как и зарядка воды, как и должны, не бояться совсем. Защита от воды IPX7, и этим все сказано. В душе зубы чистить можно без страха и проблем. Одиннадцатое. Размеры и вес у щетки довольно скромные. Полная длина вместе с насадкой всего 235 мм. Толщина корпуса в самом широком месте, и здесь, внимание, всего 20 мм. Что по сравнению с моей щеткой Sukas X3 кажется чем-то ненастоящим. Вес как у маленького сотового телефона, а именно всего 94 грамма. 12. Максимальная скорость вибрации этой электрозвуковой щетки до 42 тысяч вибраций в секунду. Удерживанием кнопки режим работы можно переключать нажатием. Всего у нее 4 режима работы. Ход щеток до полусантиметра. Щетины бывают разные, разработаны фирмой German Pedex. Но по поводу режимов работы я скажу далее. То, что у нее 4, это не важно, потому что вы еще не меньше сотни можете туда добавить сами. Хотя я не считаю, что это необходимо, потому что максимум вы будете пользоваться двумя. 13. Гарантия у щетки международная. В наличии у вас, как вы понимаете, будет обязательно в коробке гарантийный талон. 14. Индикатор заряда имеет всего два состояния. Белый – это когда щетка заряжена, когда она полностью разряжается, она начинает гореть красным. На самом зарядном устройстве тоже есть индикатор, который предупредит вас, если ток слишком большой. 15. Это режимы щетки. Короткое нажатие включает или выключает вашу щетку. Нажатие на 2 секунды, и вы меняете режимы этой щетки. Изначально у щетки два режима работы. Добавить можно просто из программы до 100 режимов. Как раз, когда я буду рассказывать вам
ее характеристики последующим пунктам, вы сможете увидеть, что конкретно в программе можно сделать и каким образом ее установить. А установить ее просто скачиваете QR-код и устанавливаете себе на телефон программу. После того, как она соединится с щеткой по Bluetooth, вы сможете брать либо всю аналитику, либо настраивать щетку под себя. Дальше. 16. Oclean имеет 3 вида щеток. Это модель Air, самая младшая. Отличие у всех щеток, в первую очередь, помимо габаритов, это емкость аккумулятора. Плюс в стандартных режимах у тех щеток изначально 3, у этой модели 2. Емкость батареи у тех щеток 2600 мАч против 800 мАч у этой щетки. Но хочу отметить, что хватает этого минимум на месяц. Скорость колебаний в минуту у этой щетки всего 40 тысяч оборотов в минуту. У модели One, это максимальное количество оборотов для этих щеток Amazfit, 42 тысячи оборотов в минуту, что незначительно больше, как вы понимаете. 17-е, в комплекте почти всегда идут две дополнительные щетки. В приложении вам сообщат, когда именно вам будет необходимо заменить вашу насадку. 18-е, Bluetooth версии 4.2. Да, и лучший вам вряд ли понадобится. Соединять щетку с программой очень просто. Даже если бы был 4.0, было бы так же просто. Тем более вы будете это делать на небольшом расстоянии от самой щетки. 19-е, программа для управления щеткой с легкостью скачивается и из Apple Store, и из Google Play. Как вы видите, вот какие именно данные вы можете получать с нее. Оставил программу на самый конец, потому что, несмотря на то, что в моей семье уже больше года у всех членов семьи щетки Xiaomi, программой никто уже не пользуется, уже наигрались. Да и по моему опыту могу сказать, что кроме одноразовой настройки программы под себя и загрузки ее в устройство, необходимости посещать эту прогу просто уже больше не будет. 20-е, и это совсем весело, зарядное устройство магнитится не только к платформе зубной щетки, но и снизу к любой поверхности, понятно, что металлической. Можете ставить на любую металлическую полку, щетка с платформой никуда не улетит. Очень приятно, что для ее зарядки хватает всего 2,5 часов, против тех же 16 часов до полного зарядка у щетки Suucas. Заряжать можно свободно в любом положении. Резюмировать я бы хотел тем, что если и брать на данный момент электрическую зубную щетку, я считаю, что покупать стоит именно эту. По той же тематике на канале есть обзор двух зубных щеток Suucas, в конце видео на них будут ссылки. Почему я советую именно эту щетку? Основная причина проста: минимальные габариты, дешевые и качественные расходники. Да и добавим к этому всему великолепное энергопотребление и адекватная цена. И не говорите, что Oral-B дешевле и лучше с ней. Причина — космос цена на расходники у тех же щеток Oral-B. Во-первых, у них совсем другой принцип работы, это относительно тех щеток, которые стоят 990 рублей по акции. И вы потом плюс еще устанете покупать на нее головки. И говорить, что на Али есть головки по 30-50 рублей для нее, ну попробуйте их купить и ощутите на своих зубах эти щетки. Лучше обычной чистить. Я просто-напросто это сам делал. И ультразвук чистит намного лучше. Можете почитать отзывы людей, которые недовольны качеством чистки своих зубов. У этих щеток нет. Да, у них у кого-то летят эти щетки через полгода, через год, или как у меня через полтора. Опять же, одна из трех. Но конкретно качество чистки ваших зубов будет на высоте. У кого есть какие-либо вопросы, пишем в комменты под видео. Отвечу всем. Кто не подписан, подписываемся, ставим лайк и колокольчик. Оставляем любой коммент. И раз в две недели ждем рандомного розыгрыша среди подписчиков 15 и 30 числа Mi Band 3 или Honor Band 4 Run Edition. А вот для участия в розыгрыше наушников Havit и Honor вместе с геймпадом Xiaomi переходим по ссылкам в описании. Выполняем условия, там просто репосты, и участвуем в их розыгрыше. Обзоры на технику минимум 3 раза в неделю, стрим с ответами на вопросы онлайн каждое воскресенье, либо резервный день суббота, если вдруг в воскресенье я буду на работе. Стримы теперь будем проводить тематически по вашим заявкам и плюс по тем товарам, которые обозревал на этой неделе, что я не успел сказать в обзоре. Следующий обзор будет на умные часы Lifam. Очень давно хотел их посмотреть, и я бы не сказал, что я прямо полностью разочаровался, учитывая их цену. Спасибо, что смотрите. PolzaNet рекомендует следить за гигиеной полости рта. Добра и удачи вам, дорогие друзья!